И всем привет, с вами Десимин, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Happy Wheels, по названию понятно. Итак, как тут? Вроде брал слово. Да, вот. Тут у нас игроки создают уровни, и мы должны типа их проходить, да? Так, hard level. Так. Играть. Так, сейчас надо быстренько разобрать. Ой. Уже какой-то трэш творится. Я даже ничего сделать не успел. А чё рук... О, я чё, умер? Ну да, это первая серия. Надо еще с интерфейсом разобраться. Так, вот это значит я вот так. А как мне прыгать? Можно стрелку? Ай. Я прыгнул? Да. А как мне это перепрыгнуть? Так, ща неудобное управление какое-то. Все время на шипы натыкаюсь. Надо распрыгаться. Так. О! Я зажал пробел, и оно. Ну-ка. О, надо, значит, пробел зажимать, да? Хорошо. Ай. Вау. Как идеально я воткнулся головой. Я испугался. Ё-моё. Ай, да блин! Это... Эти шипы слишком коварные. Да ё-моё. Ну, эти гарпуны. Тоже. Так. Как... Нифига себе меня разнесло. Да. Еще несколько попыток, и я ухожу из этого. О, вау, вау. Ай, я застрял. Фух. Я думаю, сейчас провалюсь. Так. Блин. Сложно. Ай, да блин, ну зачем то. О, а Ctrl это приседать, да? Так, Ctrl это присесть. Ты втыкаешься в задницу своей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я смог? А, что это такое? Мечи? Надо от них уворачиваться, типа? Давай. О, нога! Нет, нога! Как я без тебя буду жить? Ай, да блин! Ноги, вы куда? Да что такое? Я все руки сломал. Нет, я сейчас, наверное, выживу. Нет, не выжил. Ладно. Хватит с этим уровнем. Так, там вроде голосовать можно было. А, ну давай поставим так себе. Так, мапа для МВК Бал. Хейм. В общем, для какого-то ютубера давайте посмотрим, что будет он играть. Ну, другой ютубер. Так. Да, это тоже падение с мечей. Я немножко управления знаю, поэтому... Воу-воу-воу! Идеально. Ай, мои руки! Ай, ноги! Да. Руки и ноги сломались. Алиса, не надо. Я видео записываю. Ну, как хотите. Алиса, я видео записываю, уйди. Чё? Все? Я застрял. А, нет. О, блин. Так, давай. Я смогу. Я смогу. Фу, голова. Ее, прошел. Свой первый уровень Happy Wheels. Гараж 1, у вас джип. Давай, что это такое еще? Так, значит, iPad. Значит, Space завести, это управлять. Все ясно. Так, тест первый. Не знаю, как перевести. Уи. Это шина, да? Допустим. Это как скейт-парк, только джип-парк, я так помню. Тест 2, высота, да? Блин, ну только я так могу, конечно же, перевернуться на джипе. Давай еще. Значит, заводим... Ай, мотор. Мотор! Что-то мотор не заводится. А, все. Да блин! Мотор, заводись! Да что не так? Так, ладно, кажется, уровень багнутый, проходить я его не буду. Так, смертельный финиш. Он ли... Только этот уровень, если вы хотите... Ладно, не важно. Короче, брутальный уровень. И
Интересно, довольно уровень. Поставлю ему 0 звезд. Прима Миамапа. Давай, это мой любимчик, значит. Но других все равно надо попробовать. Оу-оу-оу-оу. Ай, я застрял. Я застрял. Блин, эй, спасите, спасите меня! Ох, ух, я выбрался. Воу-воу-воу, видели этот прыжок? Я профессионал, я профессионал, так могут. Оу-оу-оу, вот так как. Я в воздух воткнулся. Да, не, слишком какой-то сложный уровень. Невозможно 99,9%. Щит, here we go again, было описание. Это отсылка GTA San Andreas. Так, это же... А, да, это для... Воу-воу-воу-воу-воу. Вот так, так. Я ничего понять не успел, как уже это все. Эй, я ж победил. Ладно, можно даже прийти на финиш. Блин, меня стрелы отправили. Ну, знаете, если уровень не заморожен, то он невозможный. Так, прикольный Bottle Flip. Рейд оцените для больше игр. Так. Как тут брать? А, пробел, да? А, это типа Bottle Flip, и мне надо бросать. Ну-ка. Блин. Я на нормал попал, или надо, чтобы оно поставилось? Я не знаю. Блин, а это считается, типа, что оно так стало? Надеюсь, что считается. Давай, смотрите. Блин, а чё оно разбилось? О. Мне кажется, сегодня будет, я буду на этом батлфлипе выбивать нормалы. Фу, давай, надо выпрямить про, чтобы оно не... два брата-акробата, да. Да ё-моё, почему оно не будет встать? Да! Это первый раз. Блин. Вот это самая наглая бутылка. Это у них как там? Война бутылок. Ну блин, давай. Я какую-нибудь бутылку поставлю за сегодня. Видимо, нет. Так. Так, я выполнил сохранить реплей. Это типа надо... Ага. Потом сохраню, значит. Да, блин. На хакера попал. Я, кажется, эту штуку сломал. А, фух, починил. Вот только ты мой сейф реплей не звери, пожалуйста. Не надо, я ж накаркал, блин. Ну и все, они обе разбились. Замечательно. Давай еще раз и пойдем на другой уровень. А, я реплей не сохранил. Ой, блин. Давай! Блин! Было бы эпично, если она в другую бутылку встала. Так. Ну и давай еще раз. Не надо было мне этого, кажется, делать. Оно сразу разбилось. Эй, да блин, ну что это за фигня? Давай быстрей. О, давай. Я что это тронуть для смерти, ну-ка? Ну, я тронул. Эй, я умереть хочу. О. Оно, главное, все напро летит. Давай! Да! Поставил! Вот прям идеально сейчас было. Надо бы сделать вначале нарезку из этого флипа, наверное. Так. Так, так, так. Последние бутылки. Нет, ну не все же сразу!
Чё, оно у меня на сейв реплее было? Блин, еще бы на хакера поставилось. Ну ладно, вот такой у меня батлфлип получился. Следующий уровень это Psych Fall Very Ha. Не понял. Ладно. Какой-то штука. Он. Я перепрыгну. Я не перепрыгну. Ясно. Давай перепрыгну. Ну. А, я понял. Значит, мне надо определенную скорость рассчитать. Блин, это тяжело. Реально тяжело. Вот, например, вот такая вот скорость. Давай, давай, давай. Ты ж. Ой-ой-ой. Блин. Может так вот? Не-не-не-не-не. А я смогу так? Ну, видимо, нет. Ну-ка. Давай, вот сейчас я должен. Да! Да! Это... А, это что такое? Мне надо... Эй, мои руки! Ладно. Так, получи свою... свой ревенж. Это как бутылки кидать на мечи? Вау! Ага. А как назад кинуть? А, так. Эй, эй, что происходит? Прошел с первого раза. Роблус Винг. Что это? Воу-воу-воу-воу-воу. Нет-нет-нет, я не буду в это играть. Хоть это не нарисовано, ну ладно. Я выражу этот момент. The Sir... Sir... Короче, какая фигня. что-то происходит. Мне надо держаться за эту цепь? Или за что мне? Я за цепь держусь, ничего не знаю. вот так. А что происходит? Как он на одной ноге стоит? Гравитация, ты что творишь? Чего ты меня не пощадила? Чем я должен держаться? О, а если я, например, не буду держаться... Эй! Фух, испугался. Что будет? Но... О, я тверкаю. Так. Меня разорвало, ладно. Какой-то неинтересный уровень. Без ржаки. Легкая победа. Что это? Зачем такие уровни вообще делать? Хайпер. Угу. Русский человек, я твой... А, это какой... А, хайпер? Какой-то ютубер тоже. Неудобный Battlefield, даже играть не буду. Поставлю одну звездочку. Легкое метание мечами. Так, вопрос. А, мне надо, значит, попадать. Давай вин. Ладно, еще мечи. Фух, я чуть не... Эй, нет, нет, что так много? Стой, стой. Я не справляюсь с этим напором мечей. Давай, да, я победил. Блин, рано радовался. Давай, победу. В победу. Да. Давай, в победу. Нет. Мечи. Ну, блин, не хочу мечи. Я понял, я победил. И при этом умер. Классно. Пого битва, пофикшена. Что-то тут, что-то можно пофиксить. Так, если ты хочешь, ты можешь играть в мой... Это, короче, он что-то пишет. Алкогольный чувак. Ей, я его повалил. Убийца. Да я сейчас стану убийцей. Ха! Ха! На! Ну-ка. А там кто? Какой-то чувак. Давай, какого-то чувака замочу. Здоровая женщина. Это что было? Это как я так? Я испугался. Офигеть, что это было? Объясните. Напишите комментарий. Или не надо, я сам сейчас все выясню. Так. О, видели, какие... О, я ему мозг раздавил.
Видели, как я эффектно ему забрал оружие? Я повтор сейчас сюда вставлю. Так. А, я это что такое? Это мина? Ну-ка, что? Блин. Я понял, как ты подорвался. Не пишите в комментариях. Воу-воу-воу. Идеально. Опять! Блин! Ай! Мой зад! Я понимаю, что тебе больно. Очень тебе больно. О, цепилась. Так, здоровая женщина. Ананас! Эй, ананас, стой! Жил без ананаса и продолжить без него. Это кто? Какой-то чувак. Чё ты мне свои ноги кидаешь? Вот. Нету слов. Я головой одержался, вы видели? Санта. Ты мне не дал подарки, я тебя пропущу. Ха. И теперь тебе нужно сражаться с боссом. Чё это за босс? Босс это деревянный стол. Очень смешно. Ну, интересненько. Ставлю 5 звезд. Bottle Flip Challenge опять. Ну, давай еще попробуем. Они чем-то похожи. Нормал. Так, MLG. Блин, жаль, не поставил. Да! Хотя бы туз. Давай, да блин! А, разбилось. Да что это такое? Так. Вау. Да блин! А она главное подтолкнула и сама разбилась. Давай, MLG, MLG! Я верю, ты сможешь. Давай! Ну еще чуть-чуть, и MLG будет. Да! Да! А я поставил MLG, хватит мне ВК писать. Надо было выключить. Давай еще ему. Блин, мне нормал. Да! Вы видели? Оно бутылка на бутылку поставилось. Ну, конечно, вы это видели. Да, я хакер! У меня два MLG, один хакер. Нифига себе, я, наверное, невезучий. Главное, не сбей вот эту башенку. Бутылку. Я разбил. Еще они все разбиваются. Да! Да, мне сегодня на MLG очень везет. Надо бы сделаю потом вставочку типа MLG. Вообще будет. Чё, еще MLG? Давай быстрее. Бутылка. Такая думала и разбилась. О! Ребят, ну за это надо лайк поставить. Ну вы видите? Ну вы видите эту башню? Вообще, давай еще MLG. Блин. Да ну, блин. Было бы прикольно, если бы эта башня продолжилась. Давай. Вот за это надо лайк поставить. Ребят, ну серьезно. Так, ставлю 5 звезд. Нормальный уровень. Сколько мы уже уровней прошли? Много. Конец мира. Ага. 5 секунд, хорошо. 5 секунд, подожди. А зачем ждать? Так, хоррор. Ничего страшного. Ты последний выживший чувак. Как? Беги! Эй, топор! У меня сегвей сломался. Так у меня, наверное, так может быть. Давай быстрее. Ты последний выживший человек, да, это то же самое. Хорошо, я бегу. Только сегвей ты не сломал. Я вижу тебя. Ты не сможешь бежать от меня. Тихо! Тихо! Что происходит? Смотри! А, это типа восклицательные знаки, это ловушки, надо через них прыгать. Воу! Чуть не уп... Так, подожди меня, я иду. Я не доверяю тебе.
God! Допустим, я умер, но что будет? Ну все понятно, я победил. Так, bottle flip. Я не знаю, давайте еще. Не. Уже много, наверное, bottle flip в моем видео. Flappy Bird, что это? Значит, тут тоже надо спогу. Я угадал. Тут, кажется, вот все уровни Happy Wheels и, ну, для пога созданы. Практически все. Так, давай. Интересная задумка, типа Flappy Bird-а. Блин, а как это? Так. Давай. И как вон туда допрыгнуть? Давай! Не, нереально. Одна звезда. Ты даже сам на Вернур не проверял. Метеор. Без комментариев, окей. Воу. Воу. Эй! Что происходит? Я хочу на это посмотреть. Блин, не надо же так пугать. Так. Значит, это метеорит, и он туда-сюда вращается, я так понял. Воу! Довольно интересный уровень, ставлю одну звезду. Хорошо. Убей бум. Блин, а прикольно, типа. Всё, я... Только нокаут. Надо... Пам-пам. Держу за ноги. Как я должен был это сделать? Ладно, нормальный уровень. Пугу. Битва. Сложно. Так, пугу челлендж. О! Я нашел какую-то посылку. Не буду здесь. Так, что там написано? Он... Не знаю, что там. Так, он сожрал твою... он жрет со твоей мусорки. Со своей... С моей мусорки. Нифига себе, откуда в ней оружие? У меня в мусорке такие опасные вещи лежат. Идеально. Посмотрите вот на эту скульптуру. Так, надо с ракурса определенного. Ну ладно. Тут главное аккуратно быть. А как он держит вот эту штуку, которая у него на ноге? Как он ее держит на ноге? Блин. А чё ты? Вау! Не, это слишком сложно, и глаза вот это уровень же. Так, не двигайся, парт 1. Парт 2, комиксом. Так, что это? Это ВК пишут. Это так и задумано? Типа, а что произойти должно? Так, видимо, фигня. Фигня. Ну ладно, я думаю, на этом пора заканчивать, а то она серия долго длится. А с вами был Десимин, всем удачи и пока. Нифига себе, 24 минуты!